сегодня мы будем тестировать и делать обзор на Beyblade Onyx O2 от Hasbro. Он будет сражаться с Вайроном, Дунсайзером и Зейтроном. Поехали распаковывать. Сейчас мы его распакуем. 1, 2, 3, тянем. Все! Так, вот инструкция. Я посмотрю. Вот. Инструкция, как его крепить. Ну, мы все знаем. Так, дальше. Вот шнур для запускалки. Он с цепью такой, чтобы ничего не повредить. Видите? Вот. Его никак не раскрыть. Дальше. Прошу, давай вместе. И тут все запечатано. Нам нужно его распечатать ножницами. Давайте. Я пенсию. Сейчас мы будем разрезать вот такие ленточки. Ого, энергетический слой и наконечник. Вот я вижу. О-хо-хо, все, мы их, его распечатали. Давай. Ну, доставайте, чтобы... Давай сначала запускалку. Да, давай. Давай. Запускалка от Hasbro. Она, не знаю, запускает ли она подделочки, но знаю, что она запускает только бы от Hasbro. Она запускает вправо и влево. И она... какая-то маленькая, но сойдет для битв. У него кожа такая, не жесткая, но у него единый наконечник. Вот. И он от, ну, он двигается нормально. И он атакующего типа. Это энергетический диск. И это самое главное, диск Одекса. У него есть вот такие, видите, круглые части снизу. Они атакуют и делают очень сильный удар. И если от Hasbro есть приложение, в которое можно играть Beyblade виртуальный, на бэях есть коды. И мы сейчас вам покажем один код от Одекса. Сканируйте! И вот, это диск. У него номер 2. И смотрите, какой он классный. В виде треугольника. Из чего он сделан? Из металла, как всегда. А ну постучи по столу. По столу. Диск. Похоже на металл. Из вот таких частей он состоит. Сейчас мы и его соберем. Вот он. Смотрите, какой классный. Просто офигенный. Тут как у оригинала, видите, есть номер. Сейчас мы сразим Одекса против 4 Б. Первая битва. И в этой битве будет участвовать Одекс и Зейтлон. 3, 2, 1, 2. Что там? А, 2-0. Во второй битве Одекса сразятся, ну, конечно же, Одекс против Вайрона. 3, 2, 1. Потише, Одекс, потише. Большим запасом. Yeah.
Ноли к себе. Один, две. Матоша разозлился. И второй раз Кодекс проигрывает. Да что же такое? С каким счетом? Со счетом 2-0. В этой битве будет сражаться Кодекс и Думсайзл. 3, 2, 1. Какого-то убегающего типа. Он атакующий. Оля атакующий. Это тот. Это тот. Два. Что с этим Бэем Кодексом? Третий раз уже проигрывает. Вот это да. Последняя битва для Кодекса. Это Экскалиус против, ну, конечно же, он. 3, 2, 1, 5. Ну, я таки. 3, 2, 1, 5. Поэтому называется атакующий. О, ничего себе! Подведем итоги. Ну, не ожидали такого результата, если честно. Есть плюсы. Это скорость и атака. Но есть и минусы. Это выносливость. Его победили 3 Б, но один он взорвал. Экскалибур 6-2. Потому что набрал очень хорошую скорость и постоянно попадался на пути. Если это видео набьет 30 лайков, тогда мы выпустим видео, где мы покажем игру, где можно.